Здравствуйте, сегодня у нас воскресенье. В общем, мы тут приехали. Видите, вот это вот старая такая Барселона. Ну, это как бы не Барселона, это пригород. Сант-Андре-де-Бесос называется, ну, это пригород. Тут есть музей интересный. Привет всем из Испании. Мы пошли в музей. Мы идем по навигатору. В общем, мы тут забрели. Идем. Вот это, видите, трущобы тут мигрантские в Барселоне. Вот видите, вот они такие. Я думаю, это и есть социальное жилье. Сколько здесь попугайчиков. Я говорю, что Испания это никакая не сказка, не парадиз, не рай. Такая же страна. Тоже есть асоциальные личности, и бродяги, и кто угодно, и наркоман. Ну и ладно, зато посмотрели, вот, а вы говорите, что да, везде есть и плохие районы, и все. Но это социальное жилье, там они все живут. Вы там квартиру не снимете, там у них целые кланы. И лучше туда вообще-то ночью, наверное, не соваться. Ну все, в общем, мы оттуда вышли. Все, тут уже все нормальные дома, видите? Нет, там еще, нет, еще вон там есть. Так, ну вот тут уже как более-менее уже пошли нормальные дома. Так, в общем, смотрите, тут такой интересный дом. Очень такой интересный. Но это все здесь социальное жилье. В общем, это полностью, видимо, район социального жилья. На всякий случай я вам покажу адрес, чтобы вы тут, не дай бог, ничего не сняли. Карер де Сант Рамон де Пеньяфорт. Видите, Пеньяфорт. Сан Рамон де Пеньяфорт. Пеньяфорт — это как бы большие эти сосны, что ли, не знаю, пеньяфорт это сильно, пенье это, он попугай летит, и пенье это сосна. А в общем, он, видите, вот там такой дом вот этот, вот он вот такой дом, видите какой, и вот там тоже новый красивый. Ну, в общем, все, мы, в общем, уже оттуда, вот это последний дом драмный. Тут. Ой, так тут еще и школа, господи, представляете, какая там школа. Ну, что сделаешь? Ну, так вот. Никто никогда не говорил, что Испания, блин. Я еще когда приехала сюда, вот первый месяц жила, там одна женщина сказала, что Испания – это нищая страна на задворках этой Европы. Пока оно так и есть. Но она, конечно, развивается, я ничего не говорю. Все, она идет нормально, развивается, но все равно. Вот такой дом интересный. Да, запашок тут, конечно, блин. Люди тут еще и воняют. Чем-то тухлым. Фу. В общем, адрес Carrer de Rodes. Там бьян. Фу. В общем, не надо тут искать жилье. Никому не советую. Транспорт, конечно, тут красивый. Вот. Тембо. Называется. Ну, я никогда в таком районе, конечно, не была. Первый раз. А вообще-то нет, это же не Барселона. Это пригород Барселоны. Я вначале сказала, как называется. Ностальгия. Так я говорю, тут все социальное жилье. Ностальгия, Настя. Как наши пятиэтажки. Хрущевки стоят. Такие же, видите, закрыли также балкончики. Балконы, ага. Ну, я так понимаю, видимо, тут так, это сюда. Наверное, из Барселоны всех повыселяли сюда. Там де Бесос забыла. Сан де Бесос, что это как-то называлось. Слушайте, нет, не забыла. Ну, это пригород. Это пригород Барселоны. Клён. Это каштаны. Нет, это клен. А, клен? Каштаны. Каштаны, это каштаны. Есть такие городские каштаны, которые они несъедобные. Нет, это городские каштаны, они несъедобные. А это каштаны. Так а почему это не клен, ничего, это каштаны? А не знаю.
Непонятно. Непонятно, в общем, ничего. Вот так вот мы гуляем. Просто мы не с той стороны люди вышли. Нам надо было с другой... Ну, в общем, с дуру. Надо было с другой стороны трейна-то выйти. И мы бы как раз сюда бы вышли. А мы что, не знаем, мы с другой, нам пришлось сделать такой круг. Ну и ладно. А с то мы погуляли, и я вам сделала видео. Так, в общем, мы вышли уже на улицу Диагональ. Ну все, это уже все нормальный бизнес-район. Тут уже, видите, все, все цивильно, все красиво. Вот все. Так, видите, примерно это находится... То, что мы вам показали на линии Диагональ. Ну, вот мы почти дошли. Мы почти дошли. И, в общем, трейн-то, конечно, там, наверное, идет. Ну, в общем, они там вышли. Ну, ладно, что сделаешь? Ну, зато погуляли. Вот это, компот бесов. Почему? Электрический. А, электрический? Мне другое слово показалось. Эротически. Электрически. Смотрите, какая у них басура. Ну, басура это, ну, в общем, мусор. Мусорники, видите, какие у них. Такие вот. Вот он музей. Так же. Ладно. Там просто это древние эти динозавры и останки. Ребенок у нас захотел, увидел динозавров. Хочет смотреть. Вот смотрите, какой у них трамвай. Трамбия. По-каталонски трэм. А по-испански трамбия. Вот он. Ну все, тут уже красивый очень район уже пошел. Все. Ну вот так вот, знаете, в Испании идешь, то, блин, богатый район, то наткнешься на какие-то, на какое-то социальное жилье. Но видите, социальное жилье вообще-то, я вам скажу, разное бывает, разное, разное. О, какая красота! Вот куда мы шли, вот оно.